Интересно, что же там? Что же это? Покажи, 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 покажи! Под елочку встань, под елочку встань! Вот он наш подарок долгожданный. Эм, расскажи, что же там? Какой HMLS именно? Покажи картинку переднюю. Двойной HMLS. Эмма Деда Мороза просила о двойном HMLS. Сейчас она распакует. Ничего себе! Нам бы такое... Может, ножницы надо взять? Нет? Справишься? Аккуратно. Эмма, ножницы, аккуратно. Та-да-да-да-да! Что же там, что же там? Вот они, настоящие эмоции! Доставай! Эм! Боже, какая красота! Эмма, покажи, подожди, не надо, какой он красивый! Давай сфоткаемся с ним, подожди! Ой, какой он красивый! Ну давай, вылупляйся. Он клювом разбивает яйцо. Надо его греть, согревать. Смотри, он уже светится. А ну выключи свет в комнате. Он уже светится. Он хочет вылупиться. Да, тогда согревай, обними его со всех сторон. Да, видишь, согревается. Это сердце бьется. А, ничего себе, да. Да, там если стук идет, значит, это он бьется сердце. Ты рада, что Дед Мороз к тебе приходил уже? Эмма, ты рада? Эмма очень ждала Деда Мороза. Мы сейчас посмотрим, а вы сейчас увидите, как он клювом разбивает яйцо, его надо греть. Смотри, уже зеленые глаза светятся. Ой, грей его. Бабуля помогает согревать яйцо. Уже крутится, представляете? Яйцо удачи, все его уже потрогали. Кто есть? Трескает! 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 Смотрите, смотрите. Ждите, кто следующий будет трогать яйцо? Это будет? Это греет. Это собачка! Не может быть! Это собачка! Кто-то виднеется! Все нормально? Один выпрыгнул, он бился, он выбивался. Первый готов. Два готовы. Два вылупились. Прелесть. Вылупились оба. Вы представляете, они так дергались, что выпрыгнули из яйца сами. То есть у меня яйцо выпало из рук, из-за того, что они сдвигались. Да, они сильно там двигались, яйце. Класс! Вот и наши два HMLS. А им нужно, наверное, повзрослеть. Всех с наступающими праздниками, ребята! Всем пока-пока!